Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как установить экранную клавиатуру на рабочий стол или на панель задач. В Windows есть встроено специальное устройство «экранная клавиатура», которую можно использовать вместо физической внешней клавиатуры. Многие могут спросить, зачем она нужна, если есть внешняя, физическая. Это так, но не всегда будет полезно применять обычную внешнюю клавиатуру с выходом в интернет и ввода паролей на своих сайтах или аккаунтах разных социальных сетей. В таких случаях для защиты конфиденциальности и безопасности своих данных лучше использовать экранную клавиатуру, чтобы избежать потери их и лишения своих аккаунтов в социальных сетях. Этим способом, который будет показан в видео, экранную клавиатуру можно установить и включить в любой версии Windows. Начнем с Windows 10. Нажимаем на кнопку «Пуск», опускаемся ниже до папки «Специальные возможности», открываем эту папку и переходим до вкладки «Экранная клавиатура». Наводим курсор на эту вкладку и удерживаем левой клавишей мыши, перемещаем ее на рабочий стол или на панель задач. Я ставлю на панель задач. Запускаю, и теперь можно использовать ее как обычную, но в надежности намного безопаснее, чем внешняя. А теперь рассмотрим, как установить экранную клавиатуру Windows 7. Нажимаем на кнопку «Пуск», «Все программы», и открываем папку «Специальные возможности», и остальное проделываем аналогично, как было показано ранее, установки ее Windows 10. На этом все. Кто желает получать известия о добавленных мною новых полезных видео, то подписываемся на мой канал. Все своими руками 36. До свидания.